На заседании Госсовета России обсудили вопросы развития добровольчества и социально ориентированных НКО. Встреча прошла в Кремле, и на ней присутствовал глава региона Станислав Воскресенский. Год волонтерства завершился, но государство и дальше будет поддерживать добрые начинания. Правительством России подготовлена концепция развития волонтерства до 2025 года. Что касается нашей области, движение добровольцев объединяет более 30 тысяч человек, большинство из которых – молодежь и школьники. По количеству финалистов всероссийского конкурса «Добровольцы России» Ивановская область стала лидером. Сразу 5 проектов оказались призерами конкурса. Уже в начале следующего года в регионе создадут ресурсный центр поддержки добровольчества. Одним из основных направлений его деятельности станет развитие и продвижение добровольческих инициатив, ресурсная, информационная и методическая поддержка. Стоит отметить, что в Кремле, где состоялось заседание Государственного совета, была представлена выставка волонтерских проектов, в их числе «Портрет ветерана», проект студентки Ивановского художественного училища Елизаветы Барановой. Могу точно с уверенностью сказать, что ивановских волонтеров везде очень с добром и любовью принимают, потому что у нас есть уникальные движения, такие как волонтеры на ротации, волонтеры-универсалы, это волонтеры мира, которые могут работать в любых сферах, начиная от волонтеров-спасателей, заканчивая волонтерами, допустим, просто культуры и, допустим,